что враги? Его зовут Ахмед. Он Ника. Очень приятно. Знаешь что, грузин? Наверное, уже знаешь. Тебе не надо бояться. Я обещал нашему спасителю, что в его доме я тебя убивать не стану. Короче, хочешь жить, не выходя из дома. Даже голову из окна не высовывай. Потому что головы уже не будет в доме. Я ее сразу отрежу. А он из окна писать может? Хватит! Хватит. Извини.